Еще вчера с потолка здесь стекала вода, рассказывают жители. Сегодня немного похолодало и угроза временно миновала. Правда, ситуация может повториться в любую минуту, переживают люди. Опасность в том, что вода льется прямо на электрощиток. Обращались в управляющую компанию, на что нам был ответ, что на данный момент возможности нет устранить неполадки. В ближайшее время решится этот вопрос. Но в ближайшее время дело в том, что течь идет прямо в электрощиток. Может быть замыкание, перекрытие в доме деревянное. Мы можем остаться без жилья. Будет пожар. Года три назад у нас такая же ситуация была. У нас получилось замыкание, начался уже пожар небольшой, вызвали пожарную службу мы. Люди просят сейчас хотя бы почистить крышу от снега и наледи, а позже провести нормальный ремонт. По словам жителей, кровлю не ремонтировали несколько десятков лет. Впрочем, здесь и без того немало проблем. На той неделе у нас был затоплен подвал. Канализационный у нас стояк проходит в подвале. Там выбил переходник. И у нас затопило весь подвал фекалиями. Мы вот дышали весь дом здесь, задыхались 3 дня фекалиями. Но на сегодняшний день мы туда не можем спуститься, потому что там много воды. Вызвали управляющую компанию, слесаря вниз спустились. Говорит, вызывайте водоканал, это у вас общий колодец засорился. Люди уже и не знают, куда обращаться за помощью. И просят ответственные органы разобраться в ситуации.